Latvijas dzelzceļa pirmsākumi meklējami vairāk kā 150 gadu senā pagātnē. Laikā, kad Latvija vēl bija Krievijas impērijas sastāvā, bija uzdevums savienot Latvijas postas ar attīstītajiem Krievijas rajonam. 1919. gada 5. augustā tika izveidota Latvijas dzelzceļa galvenā pārvalde, kas vēlāk tika pārdevēta par Latvijas dzelzceļu. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir viens no efektīvākajiem republikas uzņēmumiem. Tas ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem, kas rada lielu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā. Uzņēmuma pamatnodarbošanas dažādu kravu, kuru kopējais svars sasniedz vairākus miljonu tonu, pārvadāšana, ar katru gadu palielinās pārdevota pasažieru skaits, kas nu jau sasniedz 350 tūkstošus vienību. Par dzelzceļa pagātni, tagadni un nākotni mums pastāstīja akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Udis Magonis. И что нужно усовершенствовать в латвийской железной дороге? Это самое большое по количеству людей предприятий в Латвии, больше 1% всех рабочих. Постоянно хотим быть более открытыми к обществу, более современными. Мы много денег тратим на инвестиции. Так что каждый год что-то меняется и будет меняться еще долго. Мы работаем в очень жесткой конкуренции. Серьезные планы связаны, еще много надо сделать на железной дороге. Мы хотим, чтобы все работники имели хорошие рабочие места. Скажите, а вы умеете управлять паровозом? Нет, не умею. И мне никто не даст, у меня нету лицензии на это. Моя профессия менеджер. Я собираю вокруг себя людей, это и финансисты, и юристы, и специалисты, да, то есть, которые... Ну, которым я управляю, они управляют уже теми сферами. Скажите, а вы любите конфеты? Да, люблю. Люблю сладкое, особенно в детстве. Сейчас, конечно, как-то меньше это. А какой у вас был любимый фильм в детстве? «Четыре танкиста и собака». Какие у вас были хобби в детстве? Дискотеки делал. То есть это больше всего связано именно с этой сферой. Ну, когда было время. А так я в основном-то я играл в хоккей. Так что я серьезно занимался этим видом спорта, и времени для остального было очень мало. Какой секрет успеха? Надо быть честным, надо быть болеть за свое дело, да, то есть если ты работаешь на железной дороге, то ты должен защищать интересы в первую очередь железной дороги. Надо понимать, что ты работаешь не один, а работает весь коллектив, и надо, чтобы всем было хорошо, чтобы хорошо шла работа. Для молодых людей тут есть интересная работа и перспектива. Вы все молодые, симпатичные люди, и ваш выбор, он очень ответственный, потому что вы несете в народ все эти новости, всю ту информацию, которую другие читают. И я бы хотел пожелать вам не только творческих удач, но и понятие, что вы действительно выбрали профессию, которая очень ответственная, которая учит народ жить. Потому что без информации человек никто. А вы им ее даете. Будьте всегда честными и правдивыми.